Будет прикол. Выступ соскользнул прямо в глазницу. Раз. Два. Со скрежетом металла по камню я аккуратно установил второй глаз. Так. С глиняной трубкой во рту он был счастлив и был похож на дедушку. Что ты можешь сделать, Джордж? Проверял, нет ли во рту демона какого-нибудь секретного механизма. Может, следовало бы оказать ему немного больше уважения? Мифическому средневековому демону не смеши меня. Окей. Продолжай в том же духе. Лезь к силам, которых не понимаешь. Разбуди гнев демона и вечно гори в аду. Очень я испугалась. Ха-ха-ха. Вообще выглядит забавно. Йоу, пиплы. Я Боб Марли, я курю трубку. А вы не знали? Забавно. Так, ладно.